Я хочу отменить подписку. Как это можно сделать? С наилучшими пожеланиями, Э. Роднер. Ваш спам не блещет оригинальностью. Рекомендую вам проверить зрение, потому что мой адрес кончается на лайки.ком, а вам нужен лайк.ком. Пассивно-агрессивный идиот. Дорогая Эмма Ротнер, можно называть вас Эмми? Вы что, в друзья мне набиваетесь? Дорогой Лео, от твоих писем я таю, словно зефирка в микроволновке. Надеюсь, ты симпатичнее. Провел эксперимент, выглядит кошмарно. Ты все воспринимаешь так буквально. Кому ты все время пишешь? Да так, никому. Прости, что я так поздно. Ты замужем? Почему я должен стыдиться одной ночи с бывшей, когда ты всю жизнь проводишь с другим? Я не хочу ссориться, Лео. Я вцепился в тебя, как питбуль мертвой хваткой. Да уж, ты умеешь быть утонченным романтиком. Эмми, будто глоток свежего воздуха. Походу, ты просто боишься близости. Желаю тебе не скучать, Эмми. Эмми, я люблю писать твое имя. Каждый раз набирая его, я словно целую тебя. Я готов писать Эмми бесконечно. Я вижу тебя. Лео, ты мне очень нравишься. А ты мне. Если не встречаться в реальности, сколько протянет наш виртуальный остров? Любовь между строк. Ты моя защита от северного ветра. В кино с 11 июня.